Если возникает такая ситуация, прошло больше года, пара не может зачать ребенка и им выставляют какой-либо диагноз. Возникает много стресса на этой почве, как между партнерами, так между гинекологом и самой парой может быть много недопонимания. И это формирует такую почву, где есть много сомнений. Если человек недостаточно зрелый, он начинает сомневаться в себе. Начинается много мыслей, которые усугубляют ситуацию. Здесь важно успокоить пару и сказать, что все хорошо, мы обязательно найдем какой-то путь, который приведет вас к тому, чего вы действительно желаете. И наша задача поддержать такие пары и сказать, что да, такая ситуация сложилась, но у нас есть методы. Мы изучаем глубинно и детально с такими парами метаболическую ситуацию. Мы изучаем, каков статус, как работают органы, какое ментальное состояние. И мы предлагаем свой вектор движения. И это могут быть либо интенсивные программы, либо могут быть программы для самостоятельного выполнения. Эти программы могут быть рассчитаны на любой бюджет. Но, что важно, даже если паре предложены вспомогательные репродуктивные технологии, мы поможем подготовить максимально организм к тому, чтобы зачатие произошло, и для того, чтобы беременность протекала легко, снизить хронические воспалительные явления и убрать очаги хронической инфекции, которые точно так же могут приводить, например, к иммунному бесплодию. И есть много факторов, которые мы можем найти и успешно с ними справиться, и помочь провести человека дальше в следующий этап к зачатию, к беременности и к ребенку.